Собираясь где-то вместе, речка мчится, снег идет. Мы часто в нашей школе приглашаем людей, знаменитых, известных, успешных разного рода профессий, чтобы ребята могли подчеркнуть для себя что-то очень важное, нужное, стремились, пробовали себя в разных областях. Сегодняшний творческий вечер Анны Варфоломеевой этого способствовал. Это оказалось очень здорово и интересно, потому что я не знала, как отреагируют ученики. Мне показалось, что дети были очень вовлечены, они слушали и задавали вопросы. Нас очень тепло приняли, очень уютно, очень все добродушно и приятно. Поэтому большое спасибо и ученикам, и учителям, и администрации. Я думаю, большинству ребят понравилось, потому что, как я заметил, ребята пришли творческие. Мы все участвуем в разных постановках школьных. Кто-то поет, танцует, все из разных коллективов. Мы из подобных мероприятий можем понять, куда расти в своей стезе. Хотелось бы больше подобных мероприятий. Это не только дает артисту возможность набрать себе аудиторию, но и знакомит ребят с разными направлениями в творчестве. Ребята вдохновились, мне кажется, это было то, чего мы хотели добиться от этого вечера. Такого полной гармонии творчества, музыки, детского интереса и удовлетворения в итоге. У нас большое количество кружков разнообразных, в том числе и творчества. У детей есть возможность петь, танцевать, заниматься балетом, рисовать. Мы всячески способствуем этому и стараемся, чтобы в школе было много открыто различных объединений на любой, как говорится, цвет и вкус.